Но при этом, чтобы молодые тренеры, там, да, вот как Володя, например, да, который это уже показывает, чтобы он получал возможность тоже не как шахматист, хотя он и шахматист хороший, да, а как тренер получать те знания, ну, как бы, которые он мог получить у Марка Израильевича, у Александра Сергеевича. Здесь только, да. Здесь только знаешь, это здесь было бы, наверное, здорово. Выполнить запрос от них. То есть, если есть такой запрос, мы его готовы. Да. То есть, это важно. Ну, да, просто есть, что это не значит, что нет, должен быть запрос от тренера, например, что вот мы хотим там того, условно говоря, в следующем году там послушать какие-то лекции, мы хотим вот это. Пожалуйста, мы это готовы делать. Если есть запрос, мы всегда отслушаем. Нужно взять не сильно. Все. Согласен. Вот. Я еще последний вопрос.